Я считаю, что это блестящее предложение, только очень слабенькое. Я бы делал так. За развод каждый из участников развода должен заплатить по 500 тысяч рублей минимум. Потому что, дорогие друзья, развод — это такое дело, когда люди заплатят любые деньги, чтобы он произошел. Понимаете? И надо, конечно, с них драть втридорога. Вот. И, может быть, подумают лишний раз. Может быть, не стоит разводиться. Так что правильно, я считаю, что очень мало. Ну что, 30 тысяч ни о чем. Вообще 400 рублей — это просто смех. За развод по 1 000 000 рублей с каждого. И еще с родственников, остальных там, со свидетелей по 500 тысяч, потому что они были свидетелями на свадьбе. А кого еще? Главное, сведущих свадьбы не брать, запомните, это важно.